Не успели мы пройти 10-ю миссию, как тут же захотели пройти 11-ю. Ну, я надеюсь, ребята, вам 10-я миссия понравилась. Кстати, поступило небольшое предложение. Если вы очень сильно хотите и вам понравился 10-й выпуск, мы можем еще повысить сложность для прохождения. Но уже после того, как завершим полностью всю линейку кооперативной кампании Legacy of the Void с нашим кооперативом. Хотите ли вы увидеть подобное? Может быть, среди вас есть кто-то, кто хочет заказать какой-то определенный челлендж, какую-то определенную миссию с какими-то волшебными условиями индивидуально для вас, прям вот специально по вашему заказу. Например, кантри не может в течение миссии там строить маринесов, или сова не может управлять клавиатурой во время игры, или зерг должен играть там одной рукой, и все в этом духе. Если у вас есть подобные предложения, вы можете всегда связаться со мной. Ссылка на меня есть в описании канала, в описании к этому видео. На zergtv.tv есть все возможные контакты со мной. Вы можете со мной заранее обсудить то, что вы хотите заказать, то, что вы хотите увидеть, и, быть может, у вас есть какое-то специальное конкретное предложение. Соответственно, мы всегда будем рады вашим идеям, вашим пожеланиям, вашим предложениям и, конечно же, вашим заказам. Потому что я знаю, что среди вас есть те, кто хочет, чтобы все было так, как хочешь именно ты. Согласен, да, это очень приятно. Поэтому у тебя есть такая возможность, и мы тебе ее предоставляем. Тебе придется только связаться с нами и дальше уже обсудить всевозможные детали. Ну и, соответственно, чем сложнее задание, тем будет его интереснее выполнять, и тем больше мы устроим интересных трансляций. И, кстати, хочу сделать одно маленькое объявление. С 2022 года мы будем проводить все наши трансляции на Твиче. YouTube будет использоваться для того, чтобы выкладывать на него видео, специальные ролики для вас сделать, конечно же, и читать ваши комментарии. Ну а стримить я буду на Твиче, где соберется вся наша аудитория, которая постоянно разбросана по разным платформам. И, наконец-то, она соединится в одном месте, где будет больше веселух, движух и интересностей. Надеюсь на понимание. Спасибо вам, и ссылка у вас на экране. Приходите почаще. Ну, не смею вас больше задерживать. Приятного просмотра 11-й миссии компании Legacy of the Void. Я нажимаю в 2 клик, микрите своим штормом. Не, стой, да, я сначала кину, а потом. Давай, давай. Прикольные зелки, кстати. Иди врывайся. А кликайте. А, это эти зилки слабенькие. Я думал, у тебя нормальные зилки. Эти совсем слабенькие. Почему? Ну, потому что они умирают. У них сколько там? 100 хп. 160. Сова, помоги, пожалуйста. А, я кинулась. Это я кинул. Че ты кинулась? Это я кинул. Ну, ладно. Нет, я кинул. Ты вообще умер. Я уже... победил. Я уже на финише. Ты просто не догнал меня. Здорово, Дрейк. Слушай, а мы это пройдем одним архоном? А где моровик? Посмотри, какой красивый моровик. Мне он так нравится. А дают по воздуху стреляют. А какой у них урон-то? Погнали. Я не думаю, что адепты это хорошая тема. Да, строим рабов. Слушай, ну, okay. Эксперты не могут ошибаться. Слушай, я без кибернетки вообще буду играть первое время. Может, go fast Stargate? Зачем? Артанис, к моему улью приближается тьма. Надеюсь, ты готов отключить кристаллы. Я пошлю на помощь столько зергов, сколько смогу. Сражайся изо всех сил, тамплиер. А, Нексусы, кстати, бьют обилкой. Можно Нексусов поставить еще, если что. Может, на центр зарядим один? Да, 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 лучше больше. Давай первые две цели расчистим и влепим по Нексусу на мид. Давай, давай. Он делается полторы минуты. Так-то. Ну да, он долго делается. Слушай, напомни, музыка в игре нужна или нет? Желательно нет. Ну, чтобы ничего не мешало. Ну, для... Ну, в принципе, можно и оставить, да. Да, можно оставить. Окей. Если оно у тебя уже есть. Так, нам фотонки, да, надо будет, наверное, поставить. Слушай, на нас не нападали практически. Только один раз наверх заходили, поэтому... Нам нужно поставить вот эти супер-батарейки, супер-защищающие пушки, так, чтобы они не снеслись вначале, чтобы они просто помогали нам дэмэджем. Учитывайте их дистанцию, на которой они будут стоять. Ну давай, поставлю одну сразу. Чтобы высвободить дополнительный солорит
из солнечного ядра копья Адуна. Ой, слушай, я не могу кое-что юзать. Блин, CX, Z. Подожди, а кибернетка же не нужна. Ну, я не делал кибернетку, да. А, сентри, сентри нужна. Но мне сентри мне пока нужна. Для вас. Блин, круто, что можно на ваших зданиях строить. Это реально очень классная тема, то есть когда процессами играешь в команде. Я бы на ладере такой с большим удовольствием сделал. Прикинь, как фотонки вначале бы решали, как часто бы в них играли. То есть приезжает такая пробка, ставит пилон, и потом два игрока такие, короче, масс фотонки, что 6 штук заказывает сразу. Давай второй газ, наверное, пора добывать тоже. Да. А, ну хотя тебе не обязательно, конечно, но все равно. Не, здесь можно ресурсы передавать, если что, скидывайте. Ребят, у нас одна база, мы не можем не копить ресурсы. Эй, а куда пришли? Уже? Да, Immortal Proto. О, мне просто три сталкера убили офигенную огромную базу. Слушай, ее нужно ставить пониже, чтобы она не так близко стояла к входу. Примерно где гейт. Вот примерно. Я пока Immortal коплю, вы сами. Где мы, где? Тот съел бы... атаку, поехали. Да, у меня уже делается. Слушай, я пойду, наверное... А, нет. А, у меня уже тоже делает. А чё у нас все на одном пионе стоит? Разница. Как у прогеймеров, что ли? Угу. Каспоите, да? Чистить. Ух ты. Блин, жестко, жестко Immortal, мне очень нравится. Он атакует раз в 4 секунды. Наносит. А куда вы пошли? Куда сова ты пошла, одна? Моя билка очень долго, конечно, юзается, но, в принципе, это справедливо. СМТ, халява! Когда ты накопишь большую толпу, будет хорошо. Да, да. Ребят, мы сейчас играем этот на макро. Давайте отойдем, может. Сова, знаешь, что такое керри? Нет. Я в очередной раз потеряла свою пробку. А чё с сентриками-то у нас? Зачем нам сентрики? Я тебе ещё раз говорю, они восстанавливают ХП, твои юниты подыхают реже, они ускоряют скорость передвижения и стрельбы. Тебе этого мало? Ну, я... мне не особо не нужны. Я на билках планирую выживать. Дайте от фокуса всё, что нужно. Мне вижен только нужен на танк. Мне нужен вижен. Давайте, 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 собачки, давай, я давай, могу давай. Я сервера сделать, кстати. Да, надо. Надо? Блин, надо, точно надо. А, я помню, как ты серверов делал. Профессионально ж, согласись. Конечно. Очень медленно двигаемся, зерк, надо быстрее. Назад, назад, назад. Там подготовка, там гибриды, наверх. Я сейчас могу кинуть с обилкой. Ну, давай вы... чужелезь, давай, сейчас в толпу, подожди. Сейчас, подожди. Это пока фигня. Да их сейчас уничтожат. Это ерунда. Хорошо. Сентри, свали отсюда. В смысле, я вообще сзади. Да я просто своей сентри говорю. Сентри, можешь воспользоваться иммортовыми уже? Да, мне нужен вижен. Вон я тебе дал вижен. Минус все. У, как они бьют классно. Зафокусите их, блин. Все, поехали. Все, защищаем эту тему. Грейды на атаку, ребята, и буст на грейды. У меня буст раскидан на этот. Все, дальше идем. Я пошел дальше сразу. Погоди. Что ждать-то? Держим здесь позицию. Крутые Immortal, очень крутые. Да, саглы.
Ой-ой-ой-ой-ой, бедный. Вот где твой обсервер, когда он так нужен? Он чуть выше. Чуть выше. Канул в лету. Я видела это. Давайте налево пока не идем, дождемся Роя. Сейчас Кэрри подготовится, вместе с ней пойдем. Чуть выше парочка зивотов, давайте заберем. Давай заберем. Я сам заберу. Давай. Не путайся под ногами. Это можно забрать. Они идут в атаку. Каракс, мы нашли один из сосудов Зелнага. Приготовься к транспортировке. Так, аккуратно. Да, вижу. Невероятно. Спустя тысячелетия... Давай так. Эти устройства все еще полностью... Заряжай. Вот Макс Земеш нашел в этого. Надо отойти мне, обилка КД. Ну ладно, не надо отходить, конечно. У меня дальности не хватает пройти вперед. Давайте отойдем на секунду. Да. Хотя ладно, не обязательно, нет, уже все. Заберем? Да. Примерно в это время была мощная атака, ребят. Уходим, уходим. Сзади сталкеров много. Хорошо. Давайте соберемся. Будем в итоге делать или пофигу на этих? Будем что делать? Нексусы. Гибриды. Назад, назад, назад. Я бы поставил. Назад! Зерк, ты тебя сейчас зарву. Назад, бегу назад, бегу назад, бегу. А, вижу, вижу, вижу. Все, я увидел, где они идут, я понял. Где они идут? А? Видите, у меня батарейки в центре стоят. Может быть, около них как-то, и потом уйдем на ХГ. Зачем? Сколько тебе батареек? Типа батарейки. Три. Три штуки, но это не так страшно. А где они? Да, вон они идут сверху. Я не думаю, что... Я могу их покайтить немного, а вам драться не надо. Сова, с тебя обилка. Давай я первую встань начнем. Да, давай, широко вот встанем. Это? Да, 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 вот это давай. Сверху где? Давай, 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 в гибридов. Всё. Козерк, не заморозь их, пока у меня урон проходит. Хорошо, вот хорошо. Все, у меня хорошо. Урона больше нет. Все, 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 надо отходить. В меня еще летит рейвеновская штука. Назад, назад, назад. У меня все еще КД. У меня 600 минералов, могу дать, если что. Давай. А то у меня вообще нет минералов. А вот теперь нужен Нексус, ребят. Вот теперь я он тебе могу газ нужен. Дать. Тебе нужен? Нет, газ мне не нужен. Че по Нексусу? Сейчас. Давай сделаем. Ставьте Нексус так, чтобы нам было пройти, чтобы нам коридоров не было. Пошире, пошире, чтобы пространство было. Одинаково ставьте как-нибудь рядышком. Не хватит места. Сверху, сверху так, справа. Да как ты хочешь вот тут сюда поставить и все. Чтобы они влезали. Чтобы не было, как у нас тогда, проблема была с этим. Мне вижен опять нужен. Где обсервер? Нет обсервера. У меня сдох обсервер. Понятно, сам работаю, я все понял. Так, потихонечку. Кинуть собилку. Не надо подходить. Сейчас это мы, я думаю, отобьем. Да. У меня очень хороший сплэш дома, Кантрич. Очень хороший. У меня тоже. Так, батарейки. Нужно, чтобы кто-то занимался этими. Уф. Чем? Тем, что... Виженом? Да, вижен. Давай, прям деньги тратить? Нон-стоп. У меня КД. КД бил. Кинулась своей. Шторм. Ой, неприятно. Давай откилимся, давай откилимся. Откилимся, 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 откилимся. Очень дорогие юниты. Убил. Очень дорогие юниты. Убил. Иди к моим батарейкам. Подойди к моим батарейкам. Я тоже свою батарейку делаю парочку. Нужны зерк тебе эти хп? Точнее, минералы. Да, да, очень. Нет, ладно, извини, у меня нету. У меня все еще не 150 лимита. Сверху ладно, атака. Извини. Ну все, нету на лимит стопа. Как ты извини? Там Нексус слева шатают. Я не могу по воздуху стрелять. Где? Вот, скауты. Ел. Блин, жестко они пробили. Да, да, у них очень дамаг. Гоу-гоу-гоу, дальше. Вот этого пацана забери. Я бриды слева. Они еще есть потихонечку. Я бы заморозку мне сейчас кинул, КД. На самом деле. Кидай, если хочешь. Ладно, давай. Хорош. Спасибо за бабки. Остался еще один.
и портал теряет стабильность. Мы должны разрушить последний кристалл. Ждем. Надо отойти от этих... Походу, сейчас назад будем отходить. Да, я бы около Нексусов постоял. Похилился бы еще тоже полностью. Блин, два Некса, мне кажется, не затащит. Гибриды идут, все, под Некса отходим. Пускай Некса стреляет. У меня есть билка, кинуться в них. Да. Все билки закончились. Nexus очень круто от контента. Да, хорошо сработали. Да. Ставлю еще один. Четенько. Раш батарейками, лол. Направо идем, я сразу иду направо. Да, потихонечку двигаемся направо. Заказываю два пса. Было бы чем. И он не нужен. Пока неплохо. Контри, если надо отойти назад, если тебе мешаю, говори. Воу. Банши, аккуратно, контри, тебя очень мало. Подходим, да, мне мало. Неимоверно мало. Центры нужны. У нас последняя точка осталась. Пойду кайтить. Не вижу нужного. Я могу кинуть зеркало, назад, прям сейчас все под Нексус. Под Нексус, под батарейки и Нексус. Я зафокусить постараюсь больших. Кинуться? Да, нет. Да, слева, на Протоса. Я уже кинулась. Блин, я замораживаю Протоса. Там очень жесткая тема. Кантри, ты должен это успеть разобрать. Нет, я не могу, мне когда. Плохая новость. Еще 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Вот так. Хорош. Это я сделал. Все. Красиво. Дальше. Вижен просто давай по чуть-чуть зерк. Там моментально фокусятся обсерверы, поэтому просто. Согласен, верю. Сейчас там собаки забегут вверх. У меня КД. Да. КД всего. У меня тоже КД. Просто вижен аккуратно подведи. У меня нет, пока псов их убили, летят. Не вижу нужно, я ничего не фокушу. Пока ничего не могу сделать. У меня откатились билки, я постараюсь их сейчас использовать поаккуратнее. Ребят, у нас максимум минут 5, но потихонечку надо проходить вперед. Сейчас. Дайте мне вижен! О, у меня Guardian Shield есть! Мы тратим время просто из-за вижена. Я не могу ускорить процесс делания обсерверов. Так, ребята, у нас меньше 5 минут. Летят опсы. Керриган идет, за Керриган. Идем. Так, Керриган идет? Почему мы вперед идем? А, ну, вот она решила туда пойти. А-а-а. Давай забьем на это хер. Слушай, давай по низу все-таки. Давай аккуратно по низу. Так, погнали, байтим. А, тут давай. Ничего нет. Кантри вниз. Блин, слушай, они снайпят апсов. Все, я, короче, микрю аккуратно обсервером. Очень аккуратно. Давай. Я могу кинуться обилкой на этого. Уже не могу. Сейчас она идет, я фокус начну. Давай, есть виду. Нет КД всего. Да охренеть, у меня 70 лимита. Надо самого главного, вот этого большого псионика, сверху атака. Надо отходить назад, отходим. Отходим. Паника. Я бы похилился. Ребята, у нас здания роя практически подыхают. Без шуток. Нужно прямо сейчас делать алын. Ну все, у меня есть заморозка, Кантри, Давай. Нам нужно пройти за минуту две быстро до конца. Погнали. Чё? Двадцать восемь минут. Протосы идут.
Заполонили всю планету. Как плохо. Я уничтожил медика. Подсказывает, что у корсаров бонус по легким. Ты не мог это сказать до того, как я их выбрал? Дарми, пока, молодой. Спасибо. Классный фокус моего зима. Давай, Марку! Ладно. Мне так нравится разница тональности у кантри. Ну, я боялась, что тебя убьют раньше, чем... Дерга не жалко, если что. Согласен. Нахер я нужен? Вот где Феникс, Артанис, когда они так нужны? Вот где они? Почему только Керриган снижается? Так а сейчас тут понятно, а где вот после этого? Вот где они сейчас? А, там... Пятик, добрый вечер. Мы проходим кооперативную кампанию на очень большой сложности, 200%. Это 11-я миссия. Сколько стоит? 150-150. Блин, это очень сильно много стоит, конечно. Мы можем, кстати, попробовать вот сюда вот сходить. Сразу, через Керриган. Да ну, не успеем. Да успеем. Кстати, это прикольно. Чувак, она же рядом стоит. Оооо, в натуре. Только где мы можем была? Успеть. Ты видишь, я там... просто посмотрела, что там. Там уже впритык практически. Ну, мы не можем попытаться. Чувак, делаем вижен и уносим это одним имморталом. В чем проблема? Давай, нужно на тебя максимально быстро этот... Слушай, а это штуковина... 150, я жду, пока у меня будет виспен. Давайте кому-то бабки передадим, кто быстрее это сделает. Кому нужнее? Кантри, тебе? Мне нужно на роботикс. Короче, ты должен дать и мне, и сове, наверное. Чтобы какой мы денег? Начали. Чес? Да. Ну не вот, да. На тебе бабки. О, спасибо. Короче, Кантри должен сделать сейчас супер быстрого прокси иммортала, чтобы ушатать вот эту штуку сбоку. Прокси иммортала вряд ли получу. Прокси. Так, у меня сейчас будет обилка. Обилка есть. Воруем, воруем. Мне подсветку делать, Кантрич? Да. Подсветку, Кантри. Хорошо. Оракул будет готов. Угу. Иммортал сейчас будет заказан первый. Точнее, блин, мы походу не успеем. Ну прям вообще нереально. Прям тут даже прокси нигде не поставить. Ну вот видишь, уже перекрывается. Слушай, а если они по нам не будут урона носить по протосам? Вот эта вот штука, ее надо будет зачистить. Это тут бункер и какая-то еще хрень. Я туда могу обилкой кинуться. Как только. У меня есть заморозка, Кантрич. Окей. Ну это пока. Головный оракул готов? Я уже готов. Я пошел вперед сейчас первым имморталом. Оракул уже делается. У меня сделан оракул. Тогда подлетай, пацаны, аккуратненько туда. Очень аккуратно. Рано, рано. Я скажу, когда давать обилку. Обилку надо давать на проход, вот на бункер для начала. А я его все равно с первого раза не пробью, мне нужно два иммортала. Я кину туда билку свою. Пока подожди. На бункер? У тебя есть. На бункер тоже работает? У меня на все работает. Окей. 400 урона. Ну, давайте, чё. Давай попробуем. Можешь просто подлететь, можешь даже просветку не давай. Ага. Ну, не теряй! Найс трай. А билку делать надо за... Она кидается на пол экрана. На пол экрана вперед. Я понимаю, ну блин. Дай-ка я проверю. Я не первый попала. Раз пробовалась. Не, урон наносится очень жесткий, вообще нереально. Не пройти? Вообще никак. Блин. То есть только если чистить через центр потом. У нас на центре проблема дома. Ага. Вот это тут вообще. Ну мы попробовали, но это так не работает. Блин. Ну ладно, мы попытались. Тогда-то была хороша. Ой. Микри, 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 микри. У нас еще жив. Сова, ты поняла, как вязать адептов? Да, я поняла. Адептов кидает перед собой адептов на расстоянии. Он заранее кидает, у него хорошая дальность. Я поняла, да. Есть вижен сейчас? Сейчас нет.
У меня есть. Так, стой, 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 пока не надо. Ну что так. Пока не надо. Квинти Рейнера. Прикиньте, способность такая на пол монитора. Че, Кандрич, заберешь танк? КД. Пока КД. Хорошо. Один, два, три. Да, пробуем. Аккуратно, нет, давай. Ай-яй. Грейды на атаку. Восстанови щиты, восстанови щиты. Нет, давай. Да, да, мы там уже все пробили. Оракул, Я назад, поняла. Назад, назад. Назад, назад, вообще назад. Блин. Ну, ну что за бред? Ну просто растеряли половину армии. Да. Где фокус? Внимание. Просто зажали. Не надо было не лезть, надо было просто это пробить. Так, дальше мне нужен вижен. У меня 200 саларита. Здорово. А тебе некуда его тратить, что ли? Да. А мне всегда в ноль. А ты можешь, пожалуйста, вижены мне сделать? Да. Спасибо. Сова, не теряй, пожалуйста, этого. Угу. Так, пробил. А, клик. Совушка, с твоими сентрями, зилками что-то будет? Ты подкапливаешься? Ну, я пытаюсь, да. У меня КД обилки, не надо пока ничего кидать. Есть. Так, появился обилка, кидай. Сова, кидай налево. Свою штуку. Не надо, один раз только киньте ее. Во всю эту толпу. Сейчас толпа соберется. Выкинула. Похилься, похилься, у тебя красные мортовые, похилься. Смотри на своих хп, у тебя очень дорогие юниты, чувак, копи их. Знаю, я знаю, не переживай. Ну, знаю, ну, купишь. Еще вижу, немножечко дойдите, чуть поглубже. Вот этого я убью. А на атаку смотрите, если что, чтобы не было атаки. Атака. Чус, атака назад. Фокус Архона. О, Скерриган, 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 хорошо. Ой, там эти стазисы супер жесткие. У меня обилки, КД сейчас будут. Давайте этого быстро зафокусим гибрида. Жестко. Я по нему обилку еще дал. Нахрен его. Отлично. Я отхожу имморталами, вы сами убиваете эту фигню. Там Тос пришел сверху. Я ухожу. Все, Тос мало, нормально. Забрали, забрали. Убили, да? Кристалл, да, убили? Да. Это убили. Спустя тысячелетия эти устройства все еще полностью заряжены. Грейды делаются у вас? Да. Поехали дальше. Зерк, не трать, зачем тебе столько стазисов? В смысле, в Нексусы не забывайте на центре? Пока, пока рано. Выманивай на стазис, чё. Гибриды идут, сверху, алло! Сверху, назад, 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 прямо назад, сейчас назад, гибриды назад, идут. Назад, а, я не успеваю. Я кинула.
Не надо кидать, надо. Ну ладно, кидать. Я кинула обилку, ту, которую нужно было кинуть. Сваливаем. Так, я наверх поднимаюсь. Еще ораклов не теряем. Оно стоит на центре. Все, сейчас придут. Интересно, на них стазисы сработают? Но стазисы это не очень круто, они нас замедляют. Нет. Ну где? Че так долго идут-то? Алло! Вот... Блин, у них детекция? Точнее, орков приведите. Да, у них надо применить, надо, чтобы они зашли на стазис. Да пофигу на этот стазис. Хорош! Да? Серьезно? О-о-о! Шикардос! Кстати, эта штука не действует на вот этих ребят. Это самые жесткие гибриды. Сейчас идем в атаку, и справа движение мне даете сразу. Не трачу обилку. Nexus, а, налево нам надо, нам налево. Ну, давай сделаем. Бля, я не мог, я тремя имморталами не могу три зивота убить. Я потерял 4 имморталов. 4 имморталов на зивотах. Круто, а зачем ты вообще туда пошел, напомнишь? От гибридов убежал, я не успевал вернуться. У тебя еще 4 зилта, ну ладно. Я ставлю Nexus по центру. Мне нужен вижен. Сейчас, секунду. О, господи. Дали вижен, нет? Да. Отойдите, пожалуйста. Очень узкий мост. Предупреждай. 21 минута. Что мы делаем с воздухом? Пытаемся что-то с ним сделать. Никогда. Атака сзади. Назад. Атака прямо сейчас. Сова, сова, ты одна. Сова, ты одна. Я смотри поняла, я уже все сваливаю. Да ну, ё-моё. Блин, что происходит? У нас хила нет, понимаешь? Нет батареек. Мы батарейки не делаем. Почему мы не делаем батарейки? Ноль ресурсов. Ноль. Три батарейки лучше, чем новые мортовые. Вот, я потратил свои 4 обилки на 4 бесполезных юнита, понимаешь? Ой, долго не продержится. Быстрее отключай кристаллы. Я сделаю пару этих. Мне мортов вообще немного. Дайте я профокушу этого гибрида главного. У меня опять обилки нету. Вижен есть? Нет, оракул сдох. Профокусил гибрида. Ты не всю заряжай в него. Завези парочку. У меня тоже иммортал есть. Вот сейчас у нас КД, и мы не можем ничего делать с воздухом. Да. Драгоны, помогайте. Бегу. Да. Дайте пройти. Так, замораживаю. Давай, не вижу центре у тебя. Отфокусите батонов, пожалуйста. Последний Чем? Батон. А, драгоны есть, хорошо. Тошка, добавляй Ава? Драгонов, не забывай центриков. Да, я стараюсь. Кэрин идет на центр, можно вместе с ней пойти. Давайте, только мой Nexus по центру, да? Да. Гибриды атакуют. Где гибриды? Есть оракул. Ждем гибридов, сейчас они идут. После этой волны нужно двигаться вперед. Чуть назад под батарейки, чуть назад под батарейки. Или с Керриган. Нет. Кидай сова, кидай сова. Я кинула. Хорошо. Я тоже туда подвинься. Одна на одну обилку у нас назад, назад, назад. Еще раз вопрос. Одна на одну у нас с кантричем обилки накладывается, потому что у нас с дергом у меня просто урон. У меня просто урон. У меня все нормально. Да? А, ну тогда все окей. Давай, да, вот, супер, вот, хорошо. Сейчас потихонечку даем вижен. Я даю. Ага. Я с правой стороны держусь, кантри слева. Не путаемся. Блин, что-то здесь жестко, ребят. Очень жестко. Она... Назад. Ораков. Слева проблема. Я надо там не могу помочь. Я замораживаю лево. Кантри, убивай лево. Окей. Убивай лево. Могу. Убиваем слева воздух. У меня нет столько.
Нет, ладно, есть. Сова, помогай слева против воздуха. Сова, помогай слева да, против воздуха. Да, помогаю, помогаю, помогаю. Все, я туда бегу. Убьешь, да, там... сама? У меня 4, нет, не убью. Все, я убил, я убил. Все. Дальше. Вижу на танк, чтобы я его зафокусил. У нас 2-3 минуты. Вижу на танк. У меня минералов нет, ребят, если что. Ну так. Просто держу в курсе. На тебе отлично. Минералов. На. Спасибо. Да в 3 ракеты влетело, 4 ракеты, вы издеваетесь? Господи. Вижен есть блин, какой-то? Собаки вон заходят наверх. Нам надо наверх. Потому чтобы сюда Керриган не тупила. А, да. Я делаю. Араку в заказе, чувак, минута. Он делается минуту. Там уже Рой начинает подыхать. Блин, строй прокси шпили. Надо как-то зайти наверх. Вижен будет мне, нет сегодня. Летит. Вот опять мы стоим АФК. Оракул в заказе, я тебе говорю, в заказе. Так к этому моменту не должно быть... Согласен, 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 полностью согласен. Все, вылетел, летит. О, она, кстати, заходит наверх. Надо проходить. Ребят, Хайф уже начинает подыхать. Давай! Проходим, проходим, просто проходим. Вперед, 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 вперед. Я иду обилку и сзади, все. Вперед, а клик нажмите, я обилку нажимаю только в эту штуку. Давай, давай. Замораживай все. Фокус, фокус вперед. Фокус вперед. Давай, 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 да! Давай. Сколько хп осталось? Есть! Хорош. We did it! Ох, как я люблю такое. Да. Запечатано. Красавчики, мы сегодня прошли 10-ю, 11-ю миссию, ребята, для вас. Соответственно, я хотел бы увидеть в чате желающих увидеть следующий кооператив. Ну, а те, кто будут смотреть... Если в чате, и, если я правильно понимаю, чате. У нас уже будет следующий кооператив. Уже. Прям да. Вот уже. Да. Уже. Mm-hmm. Только вопрос, когда. И, кстати, большое спасибо тем, кто сегодня поддерживал, потому что именно благодаря этим ребятам мы сделаем следующий выпуск, вот как только в ближайшее время дойдут руки. Всем большое спасибо, всем пока. Респект. Не-не-не. Да, все, пока-пока, спасибо за игры. Давай, Кандрич. We'll be right back.